Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня видео о пустых баночках. Как всегда, у меня будут баночки уходовой косметики, но, возможно, что-то попадется из бытовой химии. Да, я уже вижу, что кое-что будет оттуда. Сегодня у меня немножко непривычный ракурс, и здесь, честно говоря, не очень хорошо со светом. Это гостевая комната, но дело в том, что я хотела снять... Ну, я раньше и здесь снимала, и бывало снимала на кухне. Кстати, а почему я на кухне решила не снимать, непонятно. Но я почему-то хотела снять в своей комнате, но там я буду сейчас наводить порядок. У меня такой вот творческий бардак. Я решила в балетном зале снять. Но в очередной раз у нас вот такое вот. За окном делают фасад, но люльки сняли, а теперь снова их повесили. Непонятно, что творится. Ну, а я собиралась вот здесь вот на кресле снимать. Короче, мне не очень хочется, поэтому в другой комнате. Но, в принципе, я думаю, наверное, не сильно будет критично, правда? Так, значит, первое, что я вытащила, это мыло для рук «Ромашка». Здесь объем... Ну, в общем, сейчас скажу, 500, а, нет, литр с лишним. Я покупала это в магазине «Первый косметический», это, так сказать, дочка «Анадора Сиберики», такой более бюджетный магазин, но их было в Москве всего несколько штук, а в итоге они планировали, как бы, конечно, открыть больше магазинов, но потом почему-то решили не открывать. В общем, когда я была в данном магазине, я приобрела мыло. Мне нравится аромат ромашки. Так, и... Стоил литр 49 рублей, у меня на 51 рубль 45 копеек. Но это был где-то 2000, то ли 2006, нет, 2017, по-моему, год. Мыло очень густое, хорошо пахнет действительно ромашкой. Аромат яркий такой, я в восторге. Но в любом случае... По прямому назначению я его, конечно, использовала и немного как гель для душа использовала, и пену для ванны. Но я в ванной не очень-то люблю лежать. Это вообще случается крайне редко. В основном я принимаю душ. И последнее время я использовала в качестве жидкости для мытья посуды. Кстати, тоже очень хороший вариант использования. Мне понравилось. Вообще по качеству отличное мыло. Следующее это Faberlic чистящий крем универсальный для кухни и ванной. В объеме 500 мл эффективно чистит поверхности на кухне, ванной комнате, придает блеск, облегчает последующий уход. Вы знаете, несмотря на то, что я люблю Faberlic и очень даже уважаю их бытовую химию, но это средство мне не понравилось, оно меня не впечатлило. Ну, во-первых, плиту мыть. Ну вот, например, у меня плита Гаринья такая, металлик. И на ней и капли воды видны. А вот эту штуку смыть очень сложно. Раковину мыть, ну вот если на кухне, то у меня тоже типа металлик. Все это очень сложно смывать, чтобы не было разводов. Ну, чайник я чистила данным средством. Ну, блеск. Может быть, придает, но весьма сомнительно. А насчет очищать, да не сказала я бы, что что-то очищает. Ну, вот добивала я данный продукт, когда у меня закончилось средство для ванной от Faberlic, которое я очень люблю. Ну и, собственно, я думаю, да, я доиспользую. Ванна у меня акриловая, поэтому никаких загрязнений, которые невозможно очистить, их нет. В основном это вот, ну, просто, знаете, там может быть зубная паста, мыло,
Плюс у меня стиральная машинка, именно слив идет в ванну, но это мне так было, нам вообще так удобно, поэтому мы заказывали именно такое подключение. Вот, поэтому отмывается все быстро с этим средством тоже, но я его повторять не буду, потому что, ну, для меня оно не универсальное, да и я не знаю, мне, короче, мне не нравится, абсолютно. А насчет универсальности, я, знаете, тоже, как бы, с одной стороны, идея такая хорошая, иметь одно средство для всего, но я не вижу в этом никакого смысла, по крайней мере, если я покупаю в сетевой компании. Потому что одно средство не купишь, особенно если там зарегистрированы и хочешь купить со скидкой, надо еще что-то брать. Ну и, соответственно, если я буду мыть все, то мне придется каждый месяц там делать заказы, а у меня большие запасы всякой косметики, и поэтому ради одной там бутылки добивать заказ чем-то мне неохота. Ну, тогда вариант брать сразу, я не знаю, там 5-6 бутылок, но тогда смысл иметь универсальное средство, когда можно, опять же, купить для ванной средства, для туалета, для, я не знаю, там антижир, еще что-то. Как раз будет сумма на весь заказ, а каждое средство будет потихоньку использоваться и хватит надолго. Поэтому в плане универсальности я не разделяю это. Дальше, гель для душа у меня вот такой вот от Oriflame Discover Miami Spirit закончился. Вообще, по качеству очень хороший гель. Он густой, хорошо пенится, очищает кожу. Кожу мне не сушил, аромат приятный. Но он отличается, когда принимаешь душ прохладной водой или же водой горячей. Когда прохладная вода, мне аромат не очень нравился, там была какая-то такая отталкивающая холодная нотка, но в горячей воде аромат раскрывался совсем по-другому. Там был такой ягодный аромат, немножко цветочные нотки. В целом я с удовольствием пользовалась, но если бы он вот сейчас был в компании, да, Oriflame, не знаю, брать бы я не стала, потому что, ну, в целом много всего нового и интересного, но как разовая акция, я попользовалась с удовольствием. Далее, от Avon пена для ванн Дед Мороз, яблоко и корица. Ну, я когда-то, естественно, и в Faberlic, и в Avon пены брала, но сейчас я вообще только душ принимаю, поэтому данную пену я использовала как гель для душа и сейчас уже вылила как, ну, в общем, в дозатор для мыла. Ну, конечно же, пена окрашивается в красный цвет, но это не пачкает сантехнику, ну, по крайней мере, у меня ванна акриловая, никаких проблем с этим я не вижу. Аромат приятный. Вот, хотя уже со временем он не настолько яркий, но тем не менее. И, конечно, проблема у пены для ванны, вот эти крышечки, которые вот с ними такое происходит. Собственно, сейчас пахнет, ну, как бы аромат приятный, вкусный, но именно корица и яблоко как таковых уже не ощущается, вот потому что вот такая крышечка. Следующее. Это дезодорант Adidas, 72 часа, 50 миллилитров, все такое. Ну, по факту, 72 часа, по-моему, я не пробовала, но максимум пробовала 48 часов. Но, честно, именно этот дезодорант мне не подходит конкретно вот с этой серой крышкой. И, соответственно, даже 48 часов он не держит, поэтому, думаю, 72 тоже. А мне очень нравится и подходит с розовой крышкой, с ярко-розовой крышкой Get Ready, которая называется. Там заявлено 48 часов, эти 48 часов он держит прекрасно. Но в целом все дезодоранты Adidas объединяет то, что, ну, ароматы, конечно, у всех разные, но когда вы наносите на кожу, дезодорант высыхает, он дальше не ощущается аромат, и это классно, потому что
запах духов не перебивает. Ну и в принципе эти дезодоранты защищают как от запаха, так и от пота, никаких, в общем-то, проблем. Я довольна. Нет, ну как бы этим тоже можно пользоваться, но больше всего я люблю именно Get Ready. Очередная краска от Faberlic, долго о ней говорить не буду, оттенок 7.4, пользуюсь я уже года с 2015, наверное, как там зарегистрировалась. Мне лично эта краска подходит, знаю, что некоторые оттенки девочкам не подходят, жалуются, но у меня конкретно с этим оттенком никаких проблем не было. А моя мама пользовалась черной краской 1.0, у нее тоже никаких претензий не было. Краска равномерно сползает с волос, соответственно, поскольку мои волосы в принципе рыжие, просто не такие яркие, то я могу вообще себе позволить красить волосы один раз в 2 месяца, что, собственно, я и делаю, поэтому у меня волосы в отличном состоянии. Так, да, еще одна упаковочка Get Ready закончилась, как-то уж так получилось. Ну, не за месяц, конечно же. Когда только я начала вести свой канал, это было, ну, я не знаю, какой год-то, это, наверное, может, год 14-й, вот так примерно, плюс-минус, может, чуть пораньше, в общем, начала я только делать свои косметические запасы, и помню, купила фикс-прайс шампунь «Лаванда» от Avete Cosmetics, здесь 250 мл объем. Купила сразу 2 пузырька, один использовала по прямому назначению. Мне безумно понравился аромат лаванды, я уже рассказывала. Он действительно очень классный, натуральный, именно такой, как я люблю. Но в качестве шампуня это, конечно, полная ерунда, потому что я его израсходовала за 2 раза на свои длинные волосы, хотя обычно, ну так, в ладошку нальешь и все. Это произошло потому, что шампунь абсолютно не пенился, ну и так далее. Поэтому вторую упаковку я для себя решила, что буду использовать либо как гель для душа, либо как жидкое мыло. В итоге я использовала как гель для душа вечером. Ну, все-таки аромат лаванды успокаивает все дела. Надо сказать, что и в качестве геля он плохо пенился. Ну, может быть, чуть получше, чем на волосах, но все-таки плохо. При этом, да, аромат был очень классный, успокаивающий. В общем, мне это нравилось. Но, наверное, если бы сейчас такой шампунь был в продаже, я бы его не приобрела. Аромат ароматом, но я все-таки люблю, чтобы продукты пенились. Далее, крем для тела от марки «Каждый день» закончился с пудровым запахом в объеме 150 мл. Ну, я уже рассказывала. Да, я даже разрезала, потому что сначала у геля, ой, у крема такая средняя консистенция, ближе к густой, но она легко добывалась из баночки, ну не как вода выливалась, но все-таки легко, легко разносилась по коже. А впоследствии уже вытрясти было крем невозможно, он прям густющий становился. Вот, хотя по-прежнему, когда уже на теле, он разносился точно так же легко. Аромат здесь, в принципе, да, я соглашусь, пудровый, но не всегда. Знаете, он воспринимается в зависимости от температуры тела, воздуха и так далее. Сам по себе крем легкий, но он хорошо работает, хорошо справляется со своей задачей, и особенно он незаменим летом, потому что кожа его мгновенно съедает, так сказать, но при этом действительно чувствуется, что кожа увлажненная, но даже в самую сильную жару вы этот крем на себе не ощущаете. Это ценно, потому что даже в жару, понятное дело, да, особенно в жару, наша кожа, в том числе и на теле, да, но не только на лице, там на ногах, на руках, требует увлажнения. Вот, ну, когда сильная жара, нам все-таки не хочется, да, что-то на себе такое ощущать. И этот крем отлично помогает в данной ситуации. Могу посоветовать. Сейчас, правда, он в тюбиках, и я не знаю, насколько он хороший, нехороший сейчас, потому что пока есть запасы.
в старой версии. Кстати, тогда он стоил 35, по-моему, или 45 рублей. Сейчас уже 89 цена. Вот. От Faberlic Home закончился концентрированный стиральный порошок для цветных тканей премиум. Такая сашетка, но у меня была полная версия. Я очень люблю порошки от Faberlic. Люблю их, потому что, во-первых, открываешь упаковку и не чихаешь. Во-вторых, их надолго хватает, они концентрированные. Они хорошо справляются со своей задачей. Они хорошо выполаскиваются. Белье после не имеет никакого запаха. И когда после высыхания оно там лежит, например, в шкафу, его и через неделю оно тоже ничем не пахнет. Вот, просто стиранное белье. Для меня это как для аллергика, именно в плане бытовой химии, в плане порошков, это просто идеальный вариант. Так что, ну, здорово. От фитокосметик, маска для лица, мгновенное омоложение, коэнзим Q10. Быстрая помощь. Вот. Закончился. Ну, знаете, тут, конечно, ну, никакого мгновенного омоложения, это и понятно. Ну, как-то немножко кожа посвежее стала, вот, собственно, и все. Тут куча всего заявлено, но увеличение скорости выработки коллагена, ну, я не могу это проверить. Ну, не уменьшает он глубину морщин, заряжает клетки энергией и сиянием, ну, я говорю, что лицо посвежее выглядело сразу. Стимулирует регенерацию новых клеток. Не знаю, проверить не могу. Помогает сохранить упругость кожи. Это я тоже, как вы понимаете, проверить не могу. Предыдущие из этой серии маска мне хватило на несколько раз. Здесь же продукта было явно меньше. И я использовала сразу всю сашетку. А повторять не знаю, по полной цене не буду. А данная сашетка мне досталась буквально за копейки. Ну, опять же, не знаю, стала бы повторять или нет. От марки «Каждый день» ватные диски 120 штук с прошитым краем. Хорошие, замечательные и недорого стоят. Ну, по крайней мере, раньше точно стоили недорого. Это еще старые запасы. Заболела у меня тут спина, покупала, по-моему, в Горздраве пластырь перцовый. Ну, он мне всегда, в общем-то, помогает, но единственное, этот был без перфорации. Это не так страшно, но держался он, честно говоря, плохо. Скажем так, ощущалось тепло всего несколько часов, поэтому, конечно, бывают варианты и получше. Губки для мытья посуды мини из магазина «Пятерочка». Вот это ихняя марка. Ну, нормальные губки, я их меняю часто. Раз в неделю, иногда чаще. Мне маленькие губки вполне удобны, равно как и большие. Мыло кусковое Avon Senses. Романтичный райский сад с ароматом экзотических фруктов и пиона. 75 грамм. Нормальное мыло, такое розовенькое, овальное. Хорошо пенится, хорошо очищает руки, аромат приятный. Ну вот на всю ванную комнату, конечно, аромата нет, но когда мылишься, то да, ощущается. Марин, спасибо огромное тебе за подарок. Марина Лимон. От Новосвит тонер, как всегда, с муцином улитки закончился. Ну, его я всегда буду хвалить. Он имеет накопительное действие. Я уже не помню, когда это действие проявляется, но я просто пользуюсь им уже много лет. А изначально я ничего не ждала, поэтому времени засекала. Но все, что здесь заявлено, так и есть. Выравнивает тон кожи, освежает, увлажняет, улучшает цвет лица. Да, все правильно написали. Его можно использовать как там трехсекундный стартер, как сыворотку под крем, как самостоятельное средство, в зависимости от вашего типа кожи. Вот, я использовала под крем. Меня все устраивает, и накопительный эффект, если перестать пользоваться кремом, я заметила, сохраняется в течение месяца. Это тоже неплохо. Вот. Дело в том, что
у меня есть пигментация вокруг глаз, и пока я пользовалась данным кремом, пигментация, ну, исчезла, и ее, в общем, все эти годы не было. Когда я прекратила, так получилось, пользоваться тонером, точнее, пользовалась им совсем мало, то пигментация через месяц вернулась. Вот. Ну и, в общем-то, снова жду накопительный эффект. А носочки из Летуаль Скин Ниц. Хорошие носки, я распарила ноги, потом, соответственно, сделала эту маску, держала 90 минут, ближе к концу уже ноги замерзли, после согревались они несколько часов, когда сняла носочки, помыла ноги, ну и дальше каждый день, ну, просто ванночку делала, без всяких масел, без всего. На третий день началось отшелушивание. В общем-то, я эффектом довольна. После того, как сделали эту маску, там, скрабами, прочим, пользоваться нельзя какое-то время. Вот. Мне нравится, хорошее качество. Дальше. Закончился, опять же, из этой серии у меня гамаш. Я его разрезала. Вот. Вот так вот. У меня сейчас тоже поставила в использование. Гамаш очень хороший. Я уже рассказывала, что благодаря этому средству я перестала уже пользоваться скрабами. Потому что до этого, что бы я ни пробовала, скатки там и так далее, меня все не устраивало. Этот гамаш наносите на сухую кожу, 2 минуты массируете, смываете, и у вас нежнейшая кожа. Так что могу посоветовать. Главное, следовать инструкции и не наносить на влажную кожу. Ну и также, вот если вы умылись, кожу вытерли, все равно лучше не наносить. Самый идеальный вариант использования утром перед умыванием. Так, следующее, что использовала, это от народных рецептов крем-глина, сибирская распаривающая маска. Хорошая маска, она такая черная, действительно имеет распаривающий эффект, в отличие от Skin Light, никаких высыпаний у меня не вызвало, потому что Skin Light я сделала маску, и через 15 минут, когда смывала, у меня все лицо было в прыщах, а до этого кожа была просто идеально чистая. Вот. Но честно скажу, что мне вот этот распаривающий эффект не нравится, то есть лицо как будто что-то так обволакивает, какое-то такое, ну, тепло появляется, ну, не знаю, мне неприятно, мне хочется сразу смыть. А какого-то конкретного эффекта я особо не заметила, но вот хуже точно не делает. Далее, такая вот, я не знаю, как так получилось, маска вот от этой краски оказалась не использована, засохла, очень странно, ну ладно. Как всегда, мешки для мусора от марки «Каждый день», 10 литров 20 штук, стоят 9 рублей с копейками. Вполне хорошее, достойное качество. Крем-балет от фабрики «Свобода» с лецитином, натуральный тон. Ну, на самом деле, этот крем имеет розовый подтон, там есть еще крем с желтым подтоном. Вот тот мне подходит больше, но в целом этот я тоже прекрасно использую. Просто когда у меня закончился тот крем, в Ашане был только один вариант. Я взяла. В целом я довольна. Очень даже неплохой. Салфетки Aura Tropical Cocktail закончились. Но, честно говоря, они высохли. И я использовала их как обычные салфетки. Следующее это от Эвелин. Такая вот сыворотка зеленая. Многие знают самое лучшее. Она удлиняет, придает объем, укрепляет, действительно, ресницы реже выпадают, то есть так или иначе периодически видишь реснички, а тут это случается реже. Мне хватает такой сыворотки надолго, и, кстати, вот эта упаковка, которую я купила, там уже белый цвет не исчезал, то есть, видимо, к нам прислушались, потому что многие покупают, так как она белая, в надежде, что на нее будет ложиться цветная тушь. А если вы помните, раньше мажешь ресницы, они белые, и буквально через пару секунд этот белый цвет исчезает. Так что многие были разочарованы именно в этом плане, а в остальном всем нравилось.
Сейчас белый цвет держится, но у меня нет какой-то цветной туши, поэтому я проверить не могу, как оно. Выбрасываю клей для ногтей. Хороший клей, мне нравится и по качеству, и по цене. Покупаю на Wildberries. И, в общем-то, более-менее удобная бутылка, которая не более устойчива. Ну и от марки «Каждый день» из Ашана обычные бумажные салфетки 100 штук. Хорошее качество, нормальные. Я довольна. Ну вот, это все были пустые баночки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. Уютной осени. До скорой встречи. Пока-пока.